Сегодня у меня на завтрак мое любимое блюдо с детства. Это макароны с яйцом. Единственное, что оно не получилось, потому что должно быть цельное такое, знаете, вот не отдельно каждая спиралька, а именно вот в целое такое блюдо. Его у меня делала бабушка. Я очень люблю это блюдо. Это вчерашние макароны берутся, добавляется туда яйцо, солятся и выкладываются на сковородку. Бабушка у меня запекала это блюдо в печке, потому что жила в частном доме, в деревянном. А я делаю на сковородке на газу, но сегодня оно у меня не получилось. Вот это вот сегодня мой завтрак. Также я съела два кусочка сырокопченой колбасы, но у меня сейчас обновлялось обеспечение программное на телефоне, поэтому я не записала их. Ну, вот два таких небольших кусочка. Ну вот и сейчас буду кушать макароны. То есть это сегодня у меня завтрак. Друзья, добрый день! Сегодня у нас то ли 16-й день, то ли 17-й день, я еще не посчитала, но уже прошла половина моего челленджа. Я настолько довольна тем, что я вообще его начала. Объясню почему. Я стала прекрасно спать. То есть стала спать, как я спала раньше, когда я ложусь и сплю на одном боку очень продолжительное время, потом переворачиваюсь на второй бок и просыпаюсь только лишь один раз вот, во время того, чтобы перевернуться. То есть это очень здорово. Мне ничего не снится. Я вообще не люблю сны. И мой сон стал крепким, глубоким. И сейчас вот я еще, знаете, что сделала? Я достала, у меня есть увлажнитель воздуха, но мне когда-то подарила его компания Reflame. Вернее, я его заработала, да, и компания мне подарила. И я очень давно хотела его достать, начать им пользоваться, но все как-то забывала. И тут вот я решила еще его присоединить. Вот я его вчера достала. И вчера опробировали мы его, как он работает, что он на себя представляет. И сегодня ночью я буду спать еще с увлажнителем воздуха, потому что я чувствую, когда утром просыпаюсь, у меня такая жажда. Именно вот слизистые носа пересыхают, то есть дома у нас тепло. Поэтому, может быть, сон будет еще более глубже. Вот попробую сегодня, завтра расскажу. Во-вторых, у меня появилось много энергии. Вчера у меня, несмотря на то, что очень сильно болела голова, очень сильно, я даже не знаю, мне кажется, это что-то с остеохондрозом было связано, потому что, в принципе, вечером как-то вот я расходилась, видимо, и головная боль прошла, болела вообще весь день, даже таблетка не помогла от головы. И я вот эти 15 дней, за эти 15 дней у меня только один, вот вчера первый раз, сегодня, кстати, еще погода поменялась, да, то есть была ясная погода, а сейчас стала пасмурная сегодняшнего дня, может быть, даже и прохладнее стало, не выходила на улицу еще. Так вот, я первое, стала спать идеально, классно. Второе, я себя очень хорошо чувствую, у меня нет вот этого вот, знаете, вздутого живота. Потому что я еще раз говорю о том, что у меня нет желчного, поэтому все очень сложно с пищеварением. В-третьих, у меня появилось больше энергии. В-четвертых, я стала замечать, что я раньше хочу спать, ложиться. То есть и я думаю, уже не начать ли мне челлендж 30 дней, я ложусь в то время, когда мне хочется спать сразу, без всяких этих пересидок, да, потому что я часто очень пересиживаю вот эту фазу. И, вы знаете, я очень довольна, очень. Я стала более разнообразно готовить, например, то есть стараться, чтобы блюда были вкусные, чтобы я их любила именно по вкусу. Но самая главная проблема, которая выплыла, да, за эти вот 15-16 дней, это то, что мне нужно решить вопрос с питанием в офисе. Мне пишут в личных сообщениях о том, что пей коктейль. Вы знаете, я хочу еду. Вот обычную еду. Коктейль это супер классно. Я его пью, периодически пью. Я его пила очень много лет.
Но вот сейчас, в данный момент, если я и пью коктейль, то я его чем-то обогащаю. То есть я его не хочу пить просто так, для того, чтобы просто заполнить чем-то желудок. Я хочу, чтобы это было все очень интересно, разнообразно и вкусно. Поэтому, конечно, в офис я его унесла, и он у меня лежит вот такой, знаете, на крайний случай. Не заказала еще супы. Очень хочу заказать супы, потому что супы мы вообще частенько в офисе. Вот именно в офисе мы чаще всего ели суп всегда. А сейчас вот ну, как-то не получилось у меня заказать по деньгам. Тут нужно было, очень большие заказы шли. Сейчас корпоративные заказы идут к Дню Учителя, поэтому объемы заказов были большие. И, соответственно, я пока вот отложила, да, отложила эту покупку. Но я обязательно его закажу, потому что я его использую в других блюдах еще, супы готовлю. У нас еще есть время для того, чтобы мы познакомились, каким образом я готовлю суп. Вот сегодня постараюсь его заказать. И что еще отмечаю, кроме улучшения настроения, самочувствия, прилива энергии? Я поняла, что я могу обходиться без сладкого, без сладостей. И вот буквально вчера или позавчера мне один из подписчиков, который смотрел мое видео, Олечка, написала о том, что нельзя отказываться от сахара, так как он повсюду, в хлебе, во фруктах. Да, там натуральный он, но когда мы всю жизнь с детства знаем, что такое пирожное, шашлык, мороженое, пряники, шоколад, сейчас разделение диетологов и большинство склоняется к тому, что нам полезнее не правильное питание, а сбалансированное. Я с Олечкой согласна на все вот 200%, согласна, что невозможно отказаться от сладкого на всю жизнь. Все равно я буду его включать в свой рацион, но я не буду им питаться, понимаете, вот при моем весе на текущий момент, у меня вес стоит 112-400, вот я сегодня взвешивалась, это минус 4 килограмма, вот так и есть, я его держу, сейчас немножко нужно уменьшить ужины, потому что так получалось, что днем мы были заняты в офисе, так как переезжаем, и нужно немножко ужин подрезать чуть-чуть, да, потому что днем я не доедаю, да, вечером я добираю. Так вот, невозможно все время обходиться без каких-то сладостей, потому что бывает так, что мы и в гости идем, да, и хочется что-то попробовать новенькое. Но я поняла, что нельзя сладким заменять другие приемы пищи. Вот эти чайки, да, с конфеткой, еще с чем-то, да. Вот в офисе у меня лежат коробки конфет. Вот, понимаете, у нас в связи с переездом нам подарили вафли, печенье, конфеты. В общем, единственное, что мы распечатали, это лукум. Лукум. И когда я в офисе пью чай, я беру по 2-3 кусочка лукума и пью его с чаем. Поэтому он там орешки содержит. Естественно, он содержит сахар. Но вот как бы для себя вот я разрешила. И то, я в офисе бываю не каждый день. Примерно раз-два в неделю. И бывает иногда даже и бываю чай не пью, просто прихожу по каким-то делам. Поэтому для меня это сейчас вот эти ограничения, они не являются пыткой. Да? То есть бывают моменты, когда хочется сладкого. Но есть очень простая истина. Если вы кушаете недостаточно белка, то вам хочется сладкого. Если вам хочется сладкого, значит, вы недостаточно кушаете белка. Я белка стараюсь есть достаточно. Достаточно для того, то есть мясо, курица, коктейль, да, я периодически пью, яйца, да, я ем. То есть вот эти вот белки, они присутствуют в моем рационе. И поэтому меня вот тянет на сладкое только, когда я эмоционально зависима. Ну, например, я расстроилась, это было один раз за все 15 дней, когда вот у меня такой резко был, да, что вот я хочу прям, да. И второй момент, когда я была голодна, но я и то не сладкое купила, да, я купила чипсы. То есть, это, так скажем, сахар, если там есть, то он вообще в минимальных дозах идет. В
В основном там жиры, вот эти трансгерные, да, или как-то их называют, да, трансгенные жиры, которые не полезны. Вот поэтому я сейчас продолжаю. И я уже знаю, что к челленджу присоединяются люди. И, Олечка, не бойтесь, я на 100% не отказываюсь от сахара. Я начинаю вот с небольших шагов. Не добавляю его обязательно в эти... ну, вот, например, я сейчас пила кофе, да, кофе. Просто выпила черный кофе без всего. Без всего, без бутербродов, без сахара. Вот мне нравится этот вкус, я с удовольствием пью. Убрала его вот из напитков горячих, сахар. Дальше. Убрала сладости. То есть конфеты, печенье, зефир, мармелад. Вот это я ничего не ем. Хотя, в принципе, зефир, мармелад можно добавлять. Но, тем не менее, я вот стараюсь ограничивать себя. И продолжаю дальше в том же духе. А там дальше посмотрим. Сегодня делаю котлетки на пару и овощи на пару, а также гречу. Немного расскажу, как делаю. То есть мультиварочку ставлю, готовые котлеты уже включаю, режим на пару. Если вдруг на пару, ну, практически она во всех мультиварках есть, она примерно на 20 минут. И таким образом и овощи будут вкусные, и котлеты. Котлеты беру, кто живет в Котласе, в цехе «Стрела», котлеты для внучат называются. Невкусная. Так варю очень вкусную гречу. Значит, гречу сразу, ну, промыла ее в одной воде, в двух, ну, обычно чистая бывает. Кладу, заливаю водой. Как только воды наливаю на палец больше, чем гречи. Как только греча закипает, солю ее. Прям вот так вот солю. Она кипит одну минуту. Я ее выключаю, то есть я ее так запариваю. Получается очень вкусная греча, очень. Поэтому вот попробуйте так сварить. Значит, и она у меня парится примерно 8-10 минут. Сегодня у меня на ужин две паровые котлеты, овощи. Немного передержала в мультиварке, надо было меньше, что-то я стормозила, надо было меньше их на пару держать, видите, цвет потеряли, так бы зелененькие были. И греча, немножко кетчупа. В кетчупе есть сахар, ну вот решил добавить, это так суховато получается.